Сотрудниками уголовного розыска Конаковского отдела полиции задержана женщина, подозреваемая в краже денег у пенсионерки. 83-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что из ее дома украли 300 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что в дневное время, когда пенсионерка вышла на приусадебный участок, злоумышленник проник в помещение и похитил денежные средства. Экспертами-криминалистами на месте происшествия были изъяты микрочастицы, а также медицинская маска. По результатам экспертизы удалось выделить генотип человека и идентифицировать предполагаемого преступника, ранее судимую неработающую жительницу города Твери. На ее поиск были ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб. Расскажите, как она расковыряла дверь, срезала, там у меня запор был на веревочке. Вот эту срезала веревочку и зашла через заднюю дверь. Инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области в Калининском районе остановили автомобиль, в котором находилась подозреваемая. Задержанная признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительно расследование продолжается. Мы еще раз обращаемся к жителям региона. Будьте бдительны. В случае совершения в отношении вас преступных действий незамедлительно звоните в полицию по телефону 02. Управление ГИБДД опубликовало видео погони за автомобилем «Шевроле Круз» о задержании водителя, которого мы рассказывали на минувшей неделе. Водитель не остановил машину на законное требование сотрудников ДПС. Началось преследование. Более 20 минут «Шевроле» на скорости плутало по улицам и переулкам Твери, совершив при этом два ДТП с трактором и учебным автомобилем, чуть не сбив пешеходов на пешеходной зебре. А все потому, что водитель лишен водительских прав и не хотел вновь попадаться сотрудникам госавтоинспекции. На улице Серебряная «Шевроле» уперлась в тупик. Водитель пытался убежать, но был пойман в районе мечети. Скажите, почему вы уходили? Почему вы не остановились на требования? По словам сотрудников ДПС, у водителя были признаки наркотического опьянения. Кроме того, в салоне автомобиля обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Вещество направлено на экспертизу. Опять же, по данным сотрудников ГИБДД, мужчина был лишен прав в 2017 году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На этот раз на нарушителя составлено 11 административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Хотя, по признанию самого нарушителя, на днях он собирался получить права. Теперь законно управлять машиной он сможет не скоро. Как решит суд?